Поклонники заметили шрам и синяки на шее певицы Максим после выписки из больницы. Максим опубликовала в сторис Instagram фото с благодарностью поклонникам за цветы и теплое пожелание. Певица фотографировала букет и открытку, стоя напротив зеркала. На снимке видно, что Максим сильно похудела за время, которое она провела в медикаментозной коме. Кроме того, внимательные поклонники заметили шрам и синяки на ее шее, оставшиеся после удаления трахеосомы, трубки с кислородом. Ранее менеджер певицы Маргарита Соколова рассказала, что 23 августа Максим должны снять швы после трахеосомии. Максим в середине июня попала в больницу с высокой температурой. При этом тест на коронавирусную инфекцию, сделанный певицей, показал отрицательный результат. В момент госпитализации поражение легких Максим составляло около 40%, но ее состояние стремительно ухудшалось. Медики подключили артистку к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Новости об улучшении состояния Максим появились в конце июля. 3 августа врачи отключили ее от ИВЛ и перевели на кислородную поддержку. А 7 августа стало известно, что певица полностью пришла в себя. 9 августа Абросимову перевели из реанимации в общую палату, где она продолжала реабилитацию. Позже Максим самостоятельно обратилась к поклонникам в соцсетях. Она рассказала, что придя в себя после комы, очень удивилась, что прошло уже больше месяца. Артистка сообщила, что врачи запретили ей выступать, летать на самолете и напрягать легкие. «Я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой земле. И хоть пока с трудом, но дышу», – написала она в Instagram.